Добыча розовая отцвела. О, фазан кричит. Вот ее поросль тут уже. Ой, сколько тут травы. Это вот заборчик Николая Андреевича. Виноград у него. Тут вот так плетется. Ой, заборчик уже покосился. И травы немерено. Ой-ой-ой. А вот тут вот так узкая речка. А вот там за речкой камыши шумят. Уточки любят плавать в этой речке. И она втекает в ставок, так называемый ставок. И там лебеди даже плавают. Правда, я там не видела их давно уже. Ну как, я не так часто туда хожу, хоть и рядом все. Некогда. Следующее мое видео будет это продолжение экскурсии в ботаническом саду города Донецка. Не пропустите. Оставайтесь со мной. До скорой встречи. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.